Дорогие друзья, сейчас я вам показываю одно из многих побережий, одно из многих пляжей, которые находятся в городе Уранополе. Город Уранополе находится на границе со святым Афоном. Вот там, за вот этой горой, уже Святой Афон начинается. Там уже граница и начинается Святой Афон. Вот. Мы остановимся сегодня здесь, в Уранополе, переночуем. И завтра утром пойдем, возьмем разрешение и с офиса и поплывем на Святой Афон. Это побережье Уранополе. Как вы видите, песок, мелкий камушек, и вода очень чистая. А в гостинице, которые остановились, называется Абра. Очень прямо около моря. Вон, видать, крыша. Очень удобное место. Доброго вечера всем вам, дорогие друзья. До следующего эпизода, который будет снят завтра. Я вам объясню и покажу, как можно и где это находится, где снимают диамонитирию. Диамонитирию – это разрешение на въезд в Святой горы Афон. Давайте, пока, до завтра.